Мы находимся в центре Афин, Греция, на горе Акрополь. За мной находится Парфенон. Все, кто захотел сюда приехать или захочет, приезжайте, но имейте в виду, на мотоцикле можно парковаться только в определенных местах, иначе вам выпишут такой розовый штрафик. Полицейские, которые носятся на маленьких мотоцикликах, и выглядит очень смешно, но выписывают на 40 евро для мотоцикла. Я думаю, для машины это, наверное, 80. Поэтому ничего страшного. Я думаю, штраф нам не придет в Россию. Поэтому чувствую себя прекрасно, весело и бодро. Приезжайте в Грецию. Доброжелательная, дружная страна. Дома все белые, как видите. Их много. Народу много. Народу, да, здесь много, очень много народу. Приходится проталкиваться. Билетики стоят 10 евро наверх и 15 с посещением музея. Так что приготовьте, берут и визы, и евро наличкой. Так что здесь можно и так, и так. Так что приезжайте. С вами был Алексеевич из Бутаева.